Аришка, я нашел фотоальбом. Где? Да не важно где, главное с кем. С кем он? С Лео. С Лео? Покажи его. Сейчас я тебе покажу. Знаешь, где он был? Где он только не был? Смотри, вон Лео на море, видишь? Ого, да. Классно он отдыхает, да? Ага. А вот смотри, а вот Лео зомби сфотографировался. Просто он себе так накрасил, да? Да. А вот еще, знаешь, какая моя самая любимая фотография? Какая? А вот Лео в туалете, смотри. Че, может поиграем просто в него? Давай. Давай поиграем. Всем привет! Вы на канале! Папа и дочки! В этот раз первыми были Алексей Медведев, Маша Острова, Карина Колдыбаева, Вероника Савчин, Анна Шишкова, Таисия Лебедева, София Гаськова и Марина Елисеева. Эти ребята первые ответили на задание, которое мы даем в видео. В этом видео тоже задание, тоже три картинки. Кто будет первый, попадет в следующее видео. Все, участвуйте. Четвертый уровень первого эпизода. Продолжаем играть с Аришкой. О, ребята, всем привет! Поставьте мне лайк. Да, мне лайк поставьте. Все, я пошел. Давай, Лео, нам надо пройти с тобой игру. Ау, нет, только по балде получили. Так, летим. Эх, а может вниз надо провалиться? Так, готовимся. И вниз! Во как! Ой. Ага. Пробовал. Да, значит, все. Куда? Пошли посмотрим, что здесь. Это потайная комната. О, прикольно. Давай. Или ты отсюда забралась? Я отсюда забралась. Ты отсюда пришла? Вот сюда шла и вот так бах, да? Да. А, я не заметил просто, понятно. Ой, сколько можно по башке получать? Это смешно что-то. Йоху! Фух. Йоу! Бензопилы. Пилы Зинза. Вы куда меня привели? А, тут страшно. Это пилы Зинза. Все. Побрила мне макушку, побрила. Ой, нет. Все. Попал в иголки. Прыжок. Стоп. Бензопила. Бензопилы, да. Да что тут делать? Это такие штуки верчащие, крутящиеся. О, смотри, я все-таки проскочил. Да как? Тут же очень сложно проходить эту игру. Бедный Лео. Все, отхожу. Я пилу. Че ты от меня убегаешь? Пронесло. Давай! Фух. Так. Какой страх? Кто тут придумал? Как воришка тут прошел? Жив, здоров. Фух. Ура! Утро наступило! А вот в утре не было цепи. Так мило. Колючки, да. Шипы это. Шипы. Называется. И как нам быть? Я знаю. Сейчас. Ты подсказывай папе. Надо сначала лететь. Ну, сначала надо там на качеле прямо лететь. Надо раскачать ее очень сильно. Но она не качается. Смотри, я специально выберу. Пумс. А, точно качается. Дыш. И воздух. У-ху! Спасибо, Аришка. У-ху!
классно, ты мне помогла. Стой, 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 не падай. Нет. Ой. Все, 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 мы пролетели, смотри. Опять пилы. Подвал. Сколько можно? Это подвал. Подвал? Фух, смотри, тут какие-то... Ура, мы выбрались. Это робот такой. Это кнопочка, ловушка, смотри, ой. Смотри, ловушка. Прыжок. Стоп. Стоп. Папа, ты балбес? Я балбес? Да. Сама ты балбес. Я Лео балбес. А да, Лео, ты балбес. А, фух, пронесло. О, надо вверх. Прыгаем. Оп, рычажок. Еще рычажок. Два рычага, зачем? Так. Стоп, 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 стоп. Все, я передумал, я. Прыжок. 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 Так, этот рычаг мы еще не нажимали. Стоять! Стоять! Нет, мы вот эти два нажимали. Эх. Давай еще разок. Прыжок. Прыжок. Ой, прыжок. 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 Не допрыгнул. Прыжок. Еще чуть-чуть. Прыжок. Все, сейчас нажмем этот рычаг. Так, перелетаем. Все, мы забрались. Смотри, тележка. Поехали. Ю-ху. О, мы можем ее еще и прыгать. Ой. Вот для чего она была нужна. Да. О, я прокачусь на тележке. Меня никто не видит. Где я тут спрятался, никто не видит. Я вижу тебя. Я знаю, папа, что тут надо делать. Надо стоять на месте и не двигаться. Да тогда нас пила по башке срежет. Смотри, смотри, вот сейчас специально показываю. Видишь? Срезала нам по башке. Бедный Лео. Надо на тележке и быстренько перепрыгнуть. Быстренько? Так вот. Да. Так вот. Фух. Приехали. Приехали. Прыжок. Стоп, 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 стоп. Приехали. Новая тележка. Поехали. Давай, прыгай. Ю-ху! Я самый крутой катальщик на тележке. Хо-хо-хо. Ой, ты все, накатался. Ты на горках. О. О, подвинь ее быстрее, чтобы... Давай, 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 давай. Бч. Все, собираем. Прыжок. А что там внизу? А, тут пока закрыто. Видимо, мы что-то сейчас сделаем, чтобы... Смешно, и Лео. Бэунс. Бэунс. Так, еще разок. Пиш. Вот сюда. Есть. Оп, все. Освободили. Там были три доски, мы их открыли. Вот они, видишь? Теперь вниз. Спокойно спускаемся. О, я надеюсь, там ничего страшного. Не бойся, Лео, все в порядке. Мы с тобой. Да, Лишка? Да. Паус. О, вообще классно. О, уже вечер. Смотри, поезд. День. Поезд. Да. Нас смотри, даже... мы на крыше едем. Сейчас я попробую залезть внутрь. Видь, видь. О, я могу сходить тут в туалет. Ой. Лео, глаза вот так. Такс, 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 такс. Так, так. Пам-пам-пам. Я зайцем еду. Бесплатно. Ха-ха-ха. Я бесплатно еду на паровозике. Я не купил билетик. Я не купил билетик. Ого! Так. Да что такое? Я не купил билетик. Я не купил билетик. Куда поехал? Так, 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 смотри. Спереди страшный поезд. Он с шипами весь. Прыжок. Ух, пронесло. Ничего. Мы уже приноровились. О! А я видела один
раз у него были глаза вот так. Вот так, да. Смотри, какой у него грустный взгляд. Где мое золото? Мое золото украли. Мы его найдем. Найдем, поможем тебе, Лео. Да. И пройдем всю эту игру. Что-то случилось? Ура! Мы прошли этот уровень. Все, следующий уровень в следующий раз. Мы на поезде уехали. Жертвы. 23 раза мы погибли. Да. Мы 23 раза были лепешкой. Да, вот так. Давай лепешкой. Ребята, если вам нравится игра Лео, поставьте лайк видео. И все, всем пока. Ребята, нажмите кнопочку подписаться на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не забудьте поставить лайк.